Итак, вопрос дня. Куда мы пойдем сперва? На свиданку с Цугуми? Или в кафешку к этой Аске, или как там ее? Пока вы думаете, я переоденусь. Потому что... А, у меня... Нифига, у меня партия. Слушай, да я еще посмотрю на нее. Так, у нее красненькая. О! Хозяин Джина. Ой, смотри, как ей идет. Страсть. Ой, боже, она еще меньше как-то стала ростом, по-моему. Ой, ей желтенькая, кстати, идет. Да и это тоже идет. Да и это, в общем-то, идет. Так, ну, да я даже не знаю. У нее ленточка меняется, смотри. Давай жойтенькую поставим, ей прям идет нормально. А, вот они очки. Ой, блин, Mass Effect. Это кокет? А, нет, это массивно. А где кокетливый? А, это, подожди. Это и были кокетливые. Это кокетливый? Окей. О, вот эти, смотри. Гайка прям такая. Кафе? Окей, окей. Сейчас мы только переоденем всех. Пухуня едет. Вот это надо на Касаны, чтобы вообще эмоции никакие не проступали на лице. Ну вот, вот я бы не отказалась, честно говоря, если бы эти очки были желтыми. Ну ладно, пускай будет так. А если в снаряжении, что там по факелам-то, по всем вот этим? Угу. О, какая дура. Ну это вот эти все DLC-шные, конечно. Чуть-чуть читерные за счет того, что они... Ну как читерные? 14 урона. Не так уж это и много. Ну вот это фиолетовое с желтеньким все-таки лучше смотрится. Давай поставим. Увеличение силы номер 2. У Цугуми. Цугуми там все, в принципе, то же самое, да? Блин, хочу ей, честно говоря, вот этот Лили Белл оставить, потому что у меня ассоциации идут с этим... Господи, как звать-то? Я забыла чат. Сигналис, во, сигналис. Ну вот это какая-то совсем воздушная. Вот это ей идет. Ну нет, черенькая ей прям хорошо с этими, этими успеушками. Может быть, ему что-нибудь скорректируем? Берем вообще не думая. О май гад. О, девчонки! Хорош, слушай, чертила. Блин, вот жаль, нельзя вот этой фиготе поменять цвет. Вот вообще хорошо было бы. А вдруг можно, подожди. Слушай, а что это? Я могу открыть вот эти визуальные моментики и подробно открыть, но здесь ничего... Тихо, идти. Но здесь ничего нет. Ну давай вот так оставим, там посмотрим, насколько часто ему глаза будет закрывать. А нам идет вообще, кстати? О, нам вот эти идут, кстати. Кстати, кстати, кстати. Ну и вот эти, кстати, тоже. Кстати! Все, кстати. Ой. Ну давай вот эти, кстати. Кстати, господи, что за слово паразит-то? Поставим. О, и вот с вот этой курточкой немножечко она, видишь, чуть-чуть отличается, видишь? И тапки другие. Так, давай тогда уберем у тебя вот это. Раз такие дела. Что поставить тебе? Черт, надо с чем-то зеленку вот эту вот как-то. Что-то ни с чем не сходится. Ой, что такое? Сюда мы поставили, да? Шанс выживания. Так ли он нужен? Поддержка регенерации. Восстановление здоровья главного персонажа плюс 10. Дополнение для спутников для увеличения эффективности лечения. Действует только когда надето на компаньона. Понятненько, понятненько. Силовое поле. Ну это защитка. Давай ему поставим силу вторую. Ей тогда
Господи, это... Надо привыкнуть к этим сокращениям. Типично же РПГшные. У нас все еще усилитель накопления телекинеза за счет игреков. И повышение опыта. Ну, это прям будет экономить нам время на прокачке. Точнее, мне будет экономить время на прокачке. Сосин, здорово. Как ты считаешь, на Ютубе у летсплейщиков иерархия поменялась? В том плане, что раньше были прохождения в виде видео, сейчас главенствуют стримы. Причем здесь иерархия? Что значит иерархия? Что? Иерархия летсплейщиков. Это как вообще? Мне кажется, это что-то несуществующее. Блин, а ковырялка-то прикольная. Просто это два разных формата. Когда-то стримы стали более популярным форматом. Те, кто в свое время на летсплеях поднялись достаточно высоко, они сейчас могут их продолжать делать, в принципе. Но даже они переходят к стримцам, потому что, повторюсь, это стало популярно. То есть спрос порождает предложение, так что... Если ты сейчас начнешь стримить, ну как бы у тебя чуть-чуть больше шансов хоть что-то, хоть какое-то внимание к себе привлечь. Но, опять же, это все еще очень сложно. Учитывая, что сейчас стримит ну, практически каждый второй. Даже те, кто не планирует как-то куда-то расти. Просто вот хочу я постримить. Чтобы друзья ко мне на стрим пришли. Вот я сижу, и вот они, мои 5 друзей. И нам кайфово. Сейчас это очень... как сказать, широкое развлечение. Если раньше летсплеи делали только избранные, в кавычках, то сейчас это куда более доступная вещь. Так что вот. Не знаю, как тебе еще на этот вопрос ответить. Подожди, атака 34. В принципе, совпадает с нашим нынешним оружием, да? Да-да-да. Давай вот этим монетику поставим, она прикольно выглядит, мне нравится. Тем более, ее использовать в сочетании с способностями. Вот интересно, кстати, это вообще действительно работает как-то? В каком плане? То есть, легко использовать в сочетании со способностями, а другие мечи, типа, сложнее? Или еще? А, вряд ли же, правда? Как-то вот этот момент немножечко не ясен. Ну да, ладно. Давай ему вот эту штуку поставим, потому что по цвету чисто подходит. Так, свиданки. Давай единственное. О, прокомментировала, ничего себе. Свиданочки. Давай кинцо посмотрим, что там показывают по телевизору. Всего произошло новое вторжение иных, хотя согласно прогнозу шансы были нулевые. Алые стражи быстро расправились, благодаря быстрому вмешательству национальных сил самообороны жертв почти не было. Однако Министерство по противодействию иным сделало заявление об этой ситуации и пообещало разработать меры по повышению точности системы прогнозов. Спасибо. Просто описание. Мне тоже кажется, что просто описание, потому что иначе как-то было бы странновато. С другой стороны, меч Альфина, вот этот огненный, на нем же написано, что он повышает шанс подгорания. Это, видимо, правда. Ну хоть если человек решил заниматься ютубом, то пусть готовится стримить. Да нет, человек сам решает, что он хочет делать. Хочешь, вообще можешь забить на стримы. Можешь делать только летсплейчики. Делай, что хочешь. Тут вопрос не в том, что... Ты же не обязан. Тебе же никто не обязывает это делать. Все упирается в то, какие цели ты преследуешь. Кафе, сейчас пойдем в кафе, да. Ну что ж, кафе. Кафе. Где было кафе? В Усуби. Ресторан внутри. Подожди, я на телефон не ответила. Она же кафе. Так, где она была? Вот она, красотка моя. Да. Арасет, тебе не часто можно получить сообщение? Отправляюсь прямо сейчас. Вчетвером такие пошли.
вместо дружеских встреч. Мне вот что нравится в этой игре, то что, как в Тейлзах, вот нет такого, что, ну, по крайней мере, пока, да, я подозреваю, что так это и будет. Орошига орени сотан стайда нанте. Мне нравится то, что вот у тебя движ какой-то сюжетный случился, и все. Все, движ закончился, ты отдыхаешь. В кафешечку сходить, тут поднатрудить. Ну, то есть, как бы, оно не как снежный ком, знаешь, катится с горы. И, с одной стороны, это, конечно, классно, когда в JRPG-шках так происходит. Но вот, вот такие вот моменты чиловые, вот здесь они хорошо смотрятся. Прям кайфовенько. Другое дело, что наверняка здесь будут какие-то моменты сюжетные, когда, ну, не до отвлечения. Темп не ломает? Да нет. Ну, то есть, грубо говоря, они же не могут 24/7 заниматься сюжетом, да, там, потому что вот сейчас вот у них случилось что-то сюжетное, и все, как бы, до следующего условно сюжетного задания, потому что они, это же не от них зависит, а от начальства. И вот пока вот этого не произошло, они же как-то живут, что-то у них происходит, быт какой-то происходит, и вот ты этот быт еще и наблюдаешь попутно. И это, в принципе, прикольно. Может, ты будешь продолжать Скайрим или не скоро? Скайрим уже не будет Скайрима, потому что законы РФ не располагают к Скайриму, точнее, к тому, как мы его проходили. Если Скайрим когда-то будет, будет за другого персонажа и заново. Тейлзах некогда отдыхать, надо мир спасать. Да, тут согласна. Поэтому Тейлзам, в принципе, вот эти моменты отдохновения, только вот в Арайзе, например, когда мы там в лагере отдыхали, там это тоже хорошо смотрелось. А здесь хорошо смотрится вот эта кафешечная вся жизнь. И прям кайфовенько, мне нравится. Это персона стайл, как мне кажется. Вот если с пятой сравнивать, да, там же тоже вот это сперва сюжет, что-то побегали, посражались, а потом хренак, кафешка, что-то сходить, потрындеть... Еще какие-то задашки незначительные повыполнять. Ну, то есть, можешь балансировать и прям погружаться полностью в эту атмосферу, обмазываться. Это как в анимехах стандартных. Сперва у них сюжет-сюжет, а потом бытовуха поперла. Это тоже шарм определенный. Анимешный. Так, что ты хочешь? Не очень веришь, что ты правда хотела о чем-то со мной поговорить. Меню-хё? Шин-меню-мацури кайсай-чу. Омори-о-джикан-най-ни-табе-кире-ба-дай-кин-мю-рё. Сара-ни-кола-1-кейс-о-презенто? Матте-куре. Масака-оре-ни-чаленджи-широ-нан-те. Соно-то-ли. Юито-ни-табе-те-мора-тте. 私は商品のコーラをもらうというわけだ。もちろん食べきれなかった場合の代金は私が持つから、そこは心配しなくていい。Не зря мы четверых взяли, правда, они, по-моему, тут не учитываются. Надо... Ты бы хоть сказала, я бы еще 20 человек позвала, ты что ты? Да не дарова. Соданте корека? Куикирэру хошоу нанте най но ни. 新メニューの宣伝だから量は通常の3倍程度だ。ユイトの年齢なら食べ盛りだろ。いけるいける。おい。でもほら、ここ見ろよ。よう予約だって。今からじゃ。心配する必要はない。すでに予約済みだからね。まま。食わせる気満々じゃないか。 Да, но кэнселу сруно мо мисе но хито ни варуй си. А с собой можно свернуть? У меня там отряд голодный сидит в тайном убежище. Вакатта, ятте яру. Круши. Сасуга Юито, ии табеппури датта ё. Ватаси га миконда даке но кото ва ару. とはいえ、少し無理をさせてしまったな。お詫びに、次に会う時には好きなものをおごるよ。 Ты ждала мини-игру? Почему? いや、食い物はもういい。そうだ。だったら今、サスの調整をしてもらえないかな? サス? 私が? 嵐はこういうのが得意だって聞いたことがあるからさ。うーん。
ダメかな。無理にとは言わないんだけど、少し違和感があるような気がして。仕方ないか。君のおかげで私も利益を得たからな。利益ってコーラか。本当に好きなんだな。君の調整を断らない程度にはね。ではすぐに始めよう。面倒なことはさっさと終わらせるに限る。悪いな、無理言って。別にいいさ。しかし君は思ったよりもせっかちだな。サスの調整なんて後でじっくりやればいいだろう。嵐に見てもらえるのはいい機会だし、なるべく早い方がいいと思ったんだ。もしもサスがうまく使えなかったら戦闘の時に問題だろ。みんなに迷惑がかかるのは嫌なんだよ。君、そこは最初に生存率、自分の命に関わると主張するものなんじゃないか。それではまるで自分の命は二の次とも聞こえてしまう。言われてみればそうだよな。無意識か。やれやれ、長生きのできないタイプがここにもいたとは。Слушайте, а я чуть не уезжаю. Это она мне сейчас... Ну, это просто ивент разговорный, стандартный. Или это какой-то из дополнений, которые она мне сейчас настроит, и у меня откроются вот эти вот способности плюс, которые как раз-таки в DLC-ухах вываливаются. Кими ва мотто, ката но чикара о нуйте, дара-дара субеки да йо. Ой, извините. Сабору те сонна кото. Киои сугизу.手を抜けるところは抜けばいい。適度な休息を取った方がトータルで作業効率は上がる。要するに私がサボりを進めるのは合理性ゆえなんだよ。でもそうやって手を抜いている時に怪に襲われたらどうするんだよ。それで誰かが傷つくなんてことがあったら。はあ、真面目か君は。そんな性格で生きていて楽しいかね。仕方ないだろ、そういう性格なんだから。実は君のような人間をもう一人知っていてね。どちらも苦労人に生まれついて本当に気の毒だよ。Но она сейчас говорит про Амбала, про своего вот этого, да? 俺のようなって誰のことだ。さあ終わった。本日の嵐サポートセンターの業務は終了しました。恐れ入りますが、また後日ご連絡ください。え、ああ、早いな。ありがとう、嵐。これで今回無理をさせた分は総裁だ。私も気兼ねなくコーラを楽しめる。それと君、苦労はほどほどにするといいよ。じゃあ、ой, да, господи. 前に会った時も思ったけど、嵐って少し変わってるよな。Как же кайфово все-таки, что вот эти все сценки на движочке сделаны, потому что они выглядят местами действительно как статичные картинки, но при этом с учетом всех твоих шмоточек и прям кайфово получается. Рамон, здорово. Кто там написал, что хотят? А раз после тяжелого рабочего дня нет ничего лучше колы. Не дави на больное. Тебе тоже не повредит отдохнуть и остыть. Хочешь холодненькой колы? Кола напоминает мне о том, что ее запретили. Кажется, я, если ее выпью, обольюсь слезами. Но я рад, что тебе нравится, Араси. Знаешь, это мне странно такое слышать, но ты слишком мягкий человек. Берегись, не попади в беду. Угу. Эх, куда моя Цугума ушла? Ты шо, вообще, мать, я ж тебя потеряла. Перед помощью сказал, что отвезет Наги в больницу ОПИ. Похоже, его госпитализируют. Подарки. У меня цветочек какой-то есть, да? Ползучая лоза, да. Mm.
Господи. Растительность полезна для глаз, кажется. Растительность на груди на кочерого мужика, да, определенно полезна для глаз. Цугуми, что-то има, она с тобой ика. Вон там растительность, кстати, уже стоит, смотри. Акира не второй. Ханаши? Ой, блин, да что ж так, что я раньше скажу? Может, ты исокачкатта ка? Нара, бецни, ато де ио. Чигау но, дайчобу. Тада, кокоро но чунби га деките накатта кара. То есть, жить на хате у пацана, который тебе нравится, не стесняет тебя, да? Но вот когда он подошел к тебе, прям вот сердце в пятки ушло. Гарем тут. Общежитие. Я с тобой разговаривал, так что извините. Сообщаю, что Кол ходит теперь под добром. Да я знаю, Кирани. Я как бы просто шучу, что-то. Ты как-то слишком серьезно все воспринимаешь. Демо, я пари, гомен насай. Но я на самом деле колу пью крайне-крайне редко, дай бог один раз в год, когда торкнет. Так что я не страдаю особо. Сонна не аямара нактемо. Ватаси, зацдан тока нигате де. Нет бывших колуманов? Да есть. В детстве очень часто пила, пока в больницу не загремела. Последствия лутаю до сих пор. Бецни орева, зэнзэн яна кибун ни нанка наранай кара. Дакара кини шинай де, юккури ханаште куре ё. Аригато. Сой еба, нанька ёжи атта но? А, ёжи тте ходо но кото демо наин да кедо. 前につぐみが海抜群本部の花壇に水やりしてるのを見たからさ花とか植物とか好きなのかなって聞いてみようと思ってたんだうんガーデニング趣味だから子供の頃からいろんな植物育ててる Ей на разговор, вот конкретно ей, хочется x2 скорость поставить вот этим всем персонажам, которые... あ、違う。最近は割と放置されてるし。もったいない。だよな。昔はもっといろんな花が咲いててさ。見て回るの結構好きだったのに。あ、ユイト、植物好きなの？ダッシュローダニーよ。え？まあどっちかっていうと好きかな自分どんな植物好きやっぱり花とかそれとも観葉植物大きい木もかっこいいダイヤペルの出世ランチってのじまい改めて聞かれるとなんだろうあそういえば昔庭に植えられてた白い綺麗な花があってさその花がなんとなく優しい感じで好きだったな。ワンでしょ、一人。垂れちゃって短い間しか見られなかったんだけど。
花の名前わかる？それがわかんないんだ。その花を植えてくれた庭師のおじいさんもだいぶ前に辞めちゃってさ。Или рисы какие-нибудь, хотя рисы желтенькие вроде. Ну хотя они разные бывают. Оре, Цугуми, до что она там орикунде? Конопляная делянка у него там. Ватаси, сану хана, мицкераレル камо. Э, сонна кото декиру нока? Ун, шокубуцу но кото сираберу но токуи дакара. もっと情報があれば早いと思う。情報ってつまり花の特徴ってことだよな。確か庭で咲いてたのは冬の時期だったと思う。バチニヤシニク、ビエリ。他には見た目も詳しく教えて。見た目は花びらが小さくて。少し尖ってて、先の方だけちょっとピンクなんだ。葉っぱは丸くて細長い感じで、こう下から囲むように生えてて、大きさはこのぐらいで。伝わるか？大体わかった。あとは花びらの数覚えてる？細かいことだから難しいかもしれないけど。自信ないけど6枚ぐらいだったかな。いや7枚かも。7枚だ多分。ユイトよく覚えてる。それだけ聞ければ十分。調べてみる。名前分かったら教えるから。Мне кажется, при большом желании он мог бы и сам вбить в Google эту информацию и давно уже выяснить. Аригато на, Цугуми. Оре мо ано хана га мата мираре тара сугоку урешии. Те... Ой! Цугуми! Все ушло в себя. Чика, котчи ва... Хисинке... Кикоете най митай да. Йопподо шокубуцу но кото ски нанда на, Цугуми. Ей скорее нравишься ты, она очень хочет найти этот цветок для тебя. Эти мужчины, господи. Нетчуштеру митай даши. Сотто ште око. Так. Потрынь... Так, что там? Прости, что прости? Куда? Прости за прошлый раз, когда я сильно сосредотачиваюсь, ничего не слышу и не заметила, как ты ушел. Не волнуйся, я найду твой любимый цветок. Возможно, в моем журнале наблюдений будет какая-нибудь зацепка. Просто подожди немножко. Ничего страшного, но спасибо за поиски. Кстати, выходит, у тебя есть журнал наблюдений за растениями. Я бы с радостью как-нибудь на него взглянул. На твой журнал-то. Я бы посмотрел. Хорошо, правда, меня еще ни разу о нем никто не спрашивал, тогда в следующий раз покажу. Блин, это все завуалированные разговоры про CCPC, я вам точно говорю. Так, знаешь что? Вот на нее хочу сменить. Вот так. Так. Ну все. Пацан, конечно, хорош. Блин, может, все-таки не желтенькая ей? А что-нибудь другое? Блин, что-то хочется ей обновить, ну прям. О, давай вот это фиолетовое выглядит необычно, по крайней мере. Пойдет. И у нас и жезл уже фиолетовый, что. Удачно начали игру. Нормально. Так, ты что мне скажешь? Юй, ты, тебе есть с кем поделиться? Я буду рад выслушать, если захочешь поговорить. Ну, то ты что-то не разговариваешь со мной. Так, 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 так. Что я хотела, что я хотела, что я хотела, что я хотела. Вообще, в идеале было бы метнуться Мусуби еще раз, посмотреть в одно лицо, что там вообще происходит. И у нас там задание, то, что помнишь. Вот это. Таракашка.
Добро пожаловать, вы случайно не видели мое сообщение? Если видели, прежде чем перейти к делу, позвольте задать вам один вопрос. Так, вот тебе мой... Возможно, какие-то слова в моем сообщении привлекли внимание. Все верно, так что возьмите вот это. Вы уж простите, что я вас вот так вот проверяю. Это еще вот, а еще. Это очень важная работа, мне нужна помощь от того, кто в этом деле действительно разбирается. Как по мне, вы отлично подходите. Хочу попросить вас об одной услуге ради моей давней подруги и постоянного клиента Мусуби Мими. Мими журналистка. Раньше она захаживала сюда каждый день, но от нее не было никаких вестей уже целую неделю. Это решительная, целеустремленная девушка, но склонна делать из мухи слона. Ну и понятное дело, когда она сказала, что за ней охотятся убийцы, мне показалось, она преувеличивает. Но даже если преувеличивает, это еще не значит, что она в безопасности. С каждым днем я волнуюсь все больше и больше. Вот я хочу попросить вас о той же услуге, о которой она хотела попросить API, прежде чем исчезла. Я пришлю вам ее последнее сообщение. Может, пока будете выполнять ее просьбу, выясните, как у нее дела? У нее нет близких родственников, так что если что-то с ней случилось, лишь вы сможете ей помочь. Прошу вас, помогите моей подруге. Так, секретные коды. Код, нужен для выполнения просьбы Мими, скрыт в каждой серии сериала Scarlet Nexus. Дичь. Найдя и расшифровав коды, спрятанные в сериях, вы получите текстовые пароли для оставленных Мими сверхсекретных файлов. В игре вам нужно передать эти пароли Мусуби и обушки. Загляните в официальную страницу Scarlet Nexus, чтобы узнать, где и как посмотреть сериал. Так, чат, сила Гугла. Сила Гугла должна нам помочь в этом вопросе. Сообщение от Мими. Это вашего прохладного оазиса, жаркой пустыни, повседневности. Я получила от Мими какие-то инструкции. Для вас эта информация невероятно секретная. Я разделила ее на несколько частей и защитила паролями. Вам нужны будут пароли, чтобы перенести данные в надежное место, но я не стану их передавать в сообщении. Ведь любое сообщение можно перехватить. Так что я скрыла пароли в определенных сценах. Они зашифрованы, но для API эти шифры должны оказаться проще простого. Не так ли? Так, соберите все данные, я не против, если вы выложите их на всеобщее обозрение. Раскройте тайны синдиката по всему миру. И последнее, но самое важное. Непременно выполните работу до конца. Обо мне не беспокойтесь. Защитите данные и покажите меру злодеяния синдиката. Даже если синдикат попытается вас остановить, не отступайте. Вы приняли эту работу. Так что пообещайте мне, что доводите данные любой ценой. От Мими пока что все. Я знаю, где этот сервер. Не могли бы вы посмотреть сцену, взломать код, а потом сказать мне пароль? Сперва вам нужно найти код в сцене, так что с этого и начните. Все зависит от вас. Буду ждать Мусуби. Так, чат. Пароль 1, код. Есть. Пароль 2. Сейчас будет. Так, женщина. Прошу вас, помогите Мимис. Хочу сказать пароль. Сейчас сила. Ну, код 1 получается уже... был, да? Значит, сейчас such a liar, да? Ох, силы интернетов, спасибо, господи. Так, теперь попробуйте открыть файл. Феноменально! Это абсолютно определенно верно! Файл открылся, вот и ваша награда! Что бы мог значить этот пароль? Ведь нехорошо лгать, чтобы причинить кому-то боль, да? Единственное, слушай, а не будет ли спойлеров в этих документах великолепных? Они же как бы по ходу просмотра анимехи появляются, то есть по ходу просмотра сюжета. Хотя, может быть, их просто открыть сейчас? Захожу, тут какие-то тексты на английском, чьи моде. Может быть, открыть их сейчас, а читать потом? Видение постера Юита. Или здесь чисто для... Чисто для барахла. Это я, Мими. Я отправляю это сообщение, потому что засекла передачу данных сервера. Я так понимаю, вы член ОПИ, взявшийся за работу...
порученную ему Супи. Благодарю за помощь. Я жива и все еще на хвосте у синдиката. Но убийца тоже не оставляет попыток, так что я буду кратко. Отвечать на это сообщение не нужно. Так будет безопаснее для вас и для Мусуби. Думаю, Мусуби вам уже говорила об этом, но раз уж вы взялись за эту работу, вы должны довести ее до конца. Так что бы ни случилось, пообещайте мне это. Кстати, вы уже посмотрели скачанные данные? Если еще нет, советую это сделать. Кстати, а где? Вы не поверите, кого там можно увидеть. Ой, подозрительно. Если честно, индивиды из нашего файла увязли в расследуемом мною синдикате по самые уши и даже не догадываются об этом. Все участники этого синдиката — безжалостные убийцы. Я пока не могу рассказать все подробности, но каждый фигурант этих данных может оказаться под их прицелом. Другими словами, для вас это личное. Блин, подозрительно, я боюсь читать, а вдруг там спойлеры. Если мне удастся добыть новую информацию, сразу же дам вам знать. А пока что нас ждет, точнее вас ждет, новое зашифрованное сообщение, я рассчитываю на вас. Там не связан сюжет? То есть там не будет спойлеров, да? А где читать эти файлы великолепные? Кого? Чек для третьего дополнения? Это что, сейчас сюжетку Карами можно стартануть, что ли, уже? Господи, боже мой. Так, ладно, сейчас тогда. Введем ей все коды. А где читать-то это великие вот эти вот все текста? Блин, у меня вот это ни разу не получилось сделать, по-моему. Не, хотя нет, один раз было. Это был один раз. Куда инфа-то великая падает? В архив добавляются записи. А где архив-то? Вот где? Куда оно? Куда оно упало? Ну, короче, потом найдем. Так, хочу сказать пароль. Так, сейчас чатик, только ничего не пишите, дайте мне спокойно вбить эти коды дурацкие. Пожалуйста. Так. С маленькой буквы, наверное, считается, да? Так, теперь попробуем открыть файл. Ой, боженька, вот ваша награда. Весьма-весьма интригующий пароль. Разные люди интерпретируют одну и ту же истину по-разному. Ханаби. Инфа про Ханаби, хорошо. А, ну, если только описание персонажа, да, обновляется. Ну-ка, кстати, про Юито, да, первый раз было. Команда Юито. Подожди, где там это? Господи, где это было? Да, я забыла. Персонажа, Юито. Что-то я не заметила, чтобы что-то поменялось. Так, а про Ханаби что? Так ничего не поменялось же. Короче, я хз. Ну, мы короче, сейчас все введем. А потом будем как-нибудь там искать, где это лежит все. В конце игры, чтобы не спойлернуть себе случайно ничего. Мало ли. Теперь попробуем открыть файл. Ой, боженька, вы так хороши просто. Этот пароль сам по себе кажется каким-то шифром. Интересно, что значит цифры? Введение постер. Обновлена информация о персонаже Гема. Что-то я не заметила, чтобы там что-то обновлялось. Так, премия за особое задание. Супер-супер, здорово. Что пишут? Ой. Так, держать. Я засекла новую передачу данных. Отправляю вам. Спасибо, что не останавливаете и прочее. На первый взгляд, часть данных совершенно не связана с синдикатом, однако верьте, это жизненно все важно. О, господи, много инфы.
полклюва, кстати, тоже об этом подумала. Я благодарна вам за помощь, очень благодарна. Прошу вас перекачать оставшиеся данные, храните их в безопасном месте. Ладненько, потому что все идет к тому, что я живу и из этого не выберусь. А если они доберутся до меня, то уж все равно, отдам я им данные или нет. Тогда мне конец, они не люди. Я хочу лишь одного, чтобы данные оказались в безопасности, и мир узнал правду о взломе синдикате. Только я боюсь, что моя милая Мусуби, так охотно мне помогавшая, может оказаться в опасности. Если все пойдет не так, прошу защитить ее. Вас хватит сил, правда? Вообще-то каждый... Кажется, даже видела вас в Мусуби. Дальше продолжать не могу. Отправляйте длинные сообщения. Отправляйте длинные сообщения. Рискованно продолжайте передачу, я с вами свяжусь. Может, постер на стенах? Ну, постер-то, наверное, где-то там появляется в убежище. А вот почему инфа не дополняется, вот это вопрос. Так, 2009, давай. Верни мне мой 2009. Угу, феноменально, зашибись. Зачеркнут был, да? Ой, как-то странно. Повязка. Апи. Ой, шмоточная, да, что-то? А персонажи команды? Ну, у меня, видимо, такого персонажа еще нет, раз имя не нарисовали. Так, давай дальше. Never forget. Ну, давай. Never forget. Блин. Консольки на Соньке по-другому буковка вверх поднимается. Да, я перный. А триггер важен, наверное, да? Раз его чекают. Так, там больше не было ничего, да? Так. Угу. Та-та-та, минуточку. Ой, феноменально. Никогда не забываю. Может, у меня было что-то, что она не смогла бы никогда ни за что забыть. Лука. Обновленная информация о Лука Драйверс. Где? Где хоть какое-то обновление? Все старое. Я не понимаю. Ладно, хрен с ним. Так, давай. Ой, блин. Что за xdop.info? Ну вот то, что я нажимаю, когда текст открывается. Одновременно являющийся вопросом. Это странно. Угу. Касаны. Касана Рэндалл. Поддержка связи. О, подавитель атаки. Допустим. Что ты мне расскажешь? Это Мими. Насчет работы. Планы изменились. Забудьте о ней. Кода больше расшифровывать не нужно. Забудьте обо мне и данных. Если девушка из Мусуби свяжется с вами еще раз, игнорируйте ее. Но это, очевидно, не она уже пишет. Что-то с ней не так. Ей нельзя доверять. Это все? Понятненько, да? Делайте, как сказано. А иначе в глупых играх можно выиграть лишь глупые призы. Так что не делайте ничего глупого. Но она сказала, что бы ни случилось, доведи до конца. Так что мы делаем. Она отлично подходит вам, ребятам, запи. Просто Цугуми, информация о Цугуми. Ой, что-то опять убежали пароли. Так, что там? Октобер, октобер 4. Давай, октобер. Ну, короче, мы откроем, а там, глядишь, разберемся. Или я, может, найду, где это все пооткрывалось. А может быть, оно по сюжету откроется, действительно. Чтобы, знаешь, без спойлеров... Наверняка они же предусмотрели, что в какой-то момент люди просто заютубят. Ой, заютубят, загуглят. Кто бы мог подумать, Арасе... О, блин, я аж проскипала. Так, сейчас продолжаем разговор. Лукушку. Лукошка надо было, вы чё? Лукушка. Лохушка.
Ой, ой, что-то где-то ошиблась, подожди. А, там без К. Лохуша просто. Извините. Ошибочка. Лохуша, подожди. Ой. Лохуша. Да, блин. Лохуша. Феноменально. Название города, заброшенного почти десяток лет назад. Кажется, на него напала орда иных. Запрещенное видение. Какое такое запрещенное видение? Почему вы все еще не оставили попыток расшифровать коды? Я ведь уже говорила, они вам ни к чему. Я думала, последнее сообщение вобьет это в вашу голову. Полагаю, вы уже поняли, что это не мимия. Похоже, вы не так глупы, как нам казалось. Тогда буду кратка. Я из того синдиката. Мы взломали ее адрес, чтобы убедить вас избавиться от собранных ею данных. Без шума и пыли, с минимальными потерями. И не сушите себе голову вопросами о том, что с ней случилось. Скажем так. Она вас больше не потревожит. Так понятненько, да? Если вам жизнь дорога, не забудьте о кодах. Забудьте о кодах, о кодах и вообще обо всем вот этом вот. Вы знаете, что ни девушка, ни ее просьба не стоит подобного риска. Да, она просила вас любой ценой довести дело до конца. Но как вы думаете, что случится тогда, когда вы соберете воедино все данные и откроете истину всему миру? Личные дела ваших товарищей станут открытой книгой. Вам ведь этого не хочется? Нам, откровенно говоря, тоже. Так что у нас общие интересы. Полагаю, столь ответственный слуга народа, как вы, может оценить важность сложившейся ситуации и взглянуть на нее трезво. Ставьте все это. Дальше мы сами. Это мудрый ход. Ход в интересах Апи. Ну, конечно, странно они сделали. То есть они запихнули это в аниме. То есть предполагается, что ты, ну, наверное, все-таки сперва поиграешь... А потом будешь смотреть и вот доделывать вот это вот. Ну, то есть, как бы играть, смотреть, то есть чередовать. Так, ладно, сейчас. Потому что иначе какой смысл играть, если ты уже все посмотрел? Не, ну есть смысл, конечно, но все равно как-то мне. Госпиталь. Феноменально. Весьма любопытный пароль. Не помню, чтобы Мими страдал от каких-то хронических заболеваний. Что это могло значить? Сиден. Хоспиталь это Сиден? Подозрительно. Только что была страничка с доп.инфо из расследования. В смысле страничка. К тому же аниме не единовременно вышло всем сезоном после выхода. Тем более. Ну, чего вы занимаетесь? Вам же было сказано не трогать коды. Почему вы так пытаетесь держать обещание данное Мими? Возможно, вы станете позговорчивее, если узнаете, что кто мы на самом деле. Мы товарищи. Мы из АПИ, как и вы. Эта журналистка Мими нелегально получила доступ к сети АПИ, решила отправить добытую информацию о персонале в свою желтую газетенку. Она нарушила закон. В обычных обстоятельствах ее бы арестовали и судили, но она накопала немало грязи на больших шишек в командовании. Откровенно говоря, там по большей части бездоказательный мусор, но они решили, что его публикация не пойдет им на пользу. Вот мы и решили заняться этим, конечно же, неофициально. Потому-то мы и пытались заработать тихо. У нее ведь есть грязные сплетни о вас, не так ли? Это лишь подтверждает наши слова. Теперь вы знаете правду. Так что будьте благоразумнее, отступите, и тогда мы забудем о вашем участии в противозаконных действиях Мими. Мы даже подкинем вам немного деньжат за благоразумие. Или даже много. Весьма приличную сумму. Ну как, звучит неплохо. Было бы прикольно, если бы действительно был выбор здесь, и мне бы действительно могли бы дать деньги. Но мы не продаемся. Да и денег у вас таких, как известно, нет. Так, правительственные псы. Господи, запуталась. Правильно же написала, да? Все нормально. Чтоб потом не перебивать. Феноменально. Удивительно, что в качестве пароля были выбраны такие грубые слова. Кёка. Интересно. Вроде такая милая, а Кёка. На псах. Кёка, короче, кидала, и потом окажется главным злом.
Эй, почему вы еще пытаетесь расшифровать эти коды? Я вас что, не просила об этом? Вы же из API. Так что хватит уже выделываться, соглашайтесь на сделку. Вы же API! Какое вам дело, что случится со всеми этими замечательными гражданскими, если вы этого не поймете? API — прибежище худших из худших, настоящих отбросов общества. Так что почему же вы, как вы вообще можете называть себя членом API? Да. Так, давай, пароль хочу. Пароль, говорю, хочу. Судишка. Угу. Не Мими ли это делает? Да. К Веру? Угу, угу. Естественные слова, конечно, да? Саска, МК3, программа про... Шутки, шутки. Простите, что я так внезапно, но это Мими, правда. И я хочу извиниться за все эти странные сообщения до этого, я просто испугалась. То есть я даже не ожидала, что вы зайдете так далеко и продолжите работу. Но только что я увидела, что вы скачали с сервера еще одну порцию данных, и теперь я знаю, что вы за человек. Сколько я вам не угрожала, вы даже не дрогнули. Вы сдержали данное мне обещание, и у вас не возникло даже мысли о предательстве. Наверное, вас ввело в замешательство еще одно сообщение от меня. На самом деле, меня вовсе не похищали ни синдикат, ни API. Мы получили сообщение от члена API, в котором говорилось, что они взломали мой адрес, да? Это была ложь, я просто притворялась. А куда так далеко? Меня вовсе не преследовали убийцы, никакой грязи на командование API у меня нет. Я просто играла роль. На самом деле, все это время я была на свободе. Пряталась, наблюдала. Я с самого начала водила вас за нос и свою подругу Мусуби. Я ее использовала, простите. Теперь я знаю, как я ошиблась. Понимаете, это все было ради статьи. Я хотела, чтобы мир узнал, какой API на самом деле. Все эти грязные секреты, вот это все. Что хоть вас и чествуют, словно героев, вы без сомнений и угрызений совести обрекаете людей на смерть. Ну, вы знаете, а вот обо всем этом. Да куда ты летишь-то, господи? Когда я была маленькой, всю мою семью убили иные. API должны были прийти и спасти их, но они даже не появились на месте. Ходили слухи, что API поставил на первое место защиту государственных учреждений и оставил зону, в которой жила моя семья, на волю иных. API? Супергерои с суперсилами? Спасители простых людей? Это ж просто смешно. Вы выбираете, кого спасать, а кого нет. И делаете это спустя рукава, когда вам хочется. Я планировала завести вас в ловушку с помощью слухов и пролить свет на всю мерзость API. Я была уверена, что вы начнете грязную игру, а то и предадите своего нанимателя, чтобы задавить все слухи в зародыше. И собиралась написать обо всем это в своей статье. Но вы даже не подумали о том, чтобы сдаться. У вас не оказалось ни капли трусости. Вот я и решила отказаться от статьи и признаться во всем вам. Остался еще один незашифрованный код, но смысла в его расшифровке уже нет. Вы и так знаете правду. Наверняка вам уже надоело гоняться за этими кодами. Простите, что обманула вас. Пожалуй, пришлю. Пришло время прощаться. Но нет, милая, еще последний код. Так. Save me. Просто. Подозрительно звучит. Феноменально, волшебство. Все, чатик, можешь писать, когда закончились. Группа. Вот, держите тут немного, но я хотела вас как-то отблагодарить. Большое спасибо, что помогли мне Мими с этим. Опыт, вишка какая-то. Потрясающе, просто невероятно. Вы открыли все 13 файлов, поздравляем. Мими была бы очень рада, узнав, что как вы стараетесь ради нее. Поздравляю, у вас точно есть сообщение от меня. Прочтите же его поскорее. Так. Надеюсь, там не спойлеры. Я Мусуби из Мусуби. Лучшего места, где можно весело провести время. Сейчас не до веселья. Простите за то, что с вами сделала Мими. Если честно, у меня были свои подозрения. Мими всегда поливала всех вас грязью. И когда она внезапно исчезла и попросила связаться с Апи... Частично тоже, конечно, виновата в том, что случилось. Конечно, можно было бы подумать, что Мими попала в настоящие неприятности. Я... действительно волновалась, но и верила, что вам удастся во всем разобраться, неважно, задумала Мими что-то или нет. И вы справились даже лучше, чем я ожидала. Я не оправдываю поступков Мими, но я не знаю, что на самом деле... Но я знаю, что она хороший человек. Понимаете, она из города Локусё. Лохуша, да, уничтожена нападением иных. Мне кажется, внезапная гибель ее семьи просто сломала ее. И, наверное, ей казалось, что она просто должна выплеснуть на кого-то свои эмоции. Она не единственная, кто потерял близких из-за нападения иных. Да куда ты едешь?
но не может отомстить им непосредственно из-за отсутствия способности. Такие люди обращают ненависть на более простые цели. В случае Мими это был Опи. Но знаете что? Мне кажется, ваша работа с Мими все-таки изменила ее к лучшему, хоть немного. Я не могу полностью описать это словами, но в ее глазах вновь появился свет. Она словно ожила. Простите, что от нее было столько неприятностей, но мне кажется, выбрав вас, я поступила совершенно правильно. Это было то, что доктор прописал. Вы не только взломали все коды, но и спасли душу моей подруги. Спасибо за отличную работу, не больше никаких заданий от меня. Так, это Мими. Я не собиралась отправлять вам новых сообщений, но я забыла рассказать вам еще кое-что очень важное. Так что не обижайтесь. Не беспокойтесь, ничего из этого не попадет в новости. Ну, то есть я понимаю, у вас нет причин верить такой лгунье, как я, но я все равно обещаю. Отныне я не буду писать о вас никаких статей без вашего разрешения. Но однажды, с вашего благословения, мне бы хотелось написать правдивую статью о вас и ваших товарищах. Но, знаю, я сделала вам много плохого, и это просьба... Пожалуй, я прошу слишком многого. Простите, забудьте об этих словах. Да ладно, что-то. Мими, спасибо, конечно. Только что пришло в голову. Господь, ты тоже 5 листов А4 решил настрочить? Ребята, остановитесь, одумайтесь. Только что пришло в голову. Мы так долго работали вместе, что я впервые отвечаю тебе напрямую. Насчет статьи. Если обратишься в отдел связи с общественностью API, возможно, нам удастся что-то организовать. Я не против статьи, если в ней не будет ничего, кроме правды. И, кстати, ты права, мы не супергерои. Когда происходит масштабная атака иных, нам не всегда не удается всех спасти, прости. Но мы действительно хотим защитить людей, и мы всегда пытаемся спасти всех. Даже если ради этого придется пожертвовать собственной жизнью. По крайней мере, так думает мой отряд. И я. Да, я могу в это поверить, по крайней мере, в то, что касается вас и вашего отряда. Но я знаю остальных бойцов API и не знаю, правда ли это для них. Вот и я и хочу прояснить все с помощью статьи. Раньше мой разум был затуманен моей ненавистью, но сейчас мне хотелось бы взглянуть истине в лицо и рассказать о ней другим людям. Я хочу делать свою работу честно и непредвзято, как вы. Вот и хочу написать о вас еще раз. Я буду очень стараться, вот увидите. Так, а это что? Как-то странно у них. Вот так вот. Так, мне действительно стыдно из-за всего, что я наделала. Простите меня. Я удалила весь компромат, собранный на вас и ваших друзей. Не, ну могла бы мне переслать этот компромат. Это меньшее, что я могу сделать. Пусть скачанные вами данные остаются у вас. Вот, а где они, вопрос. Я не смогу до них добраться, так что не волнуйтесь, о них никто не узнает. Если честно, я не думаю, что когда-либо прощу API за то, что случилось с моей семьей. Но теперь я знаю, что даже внутри такого хладнокровного и насквозь прогнившего синдикака, которым я считала API, есть добрые самоотверженные люди, преданные своему долгу. Спасибо вам за то, что показали мне это. Где инфа-то вся эта великая? Я не вижу, чтобы хоть что-то изменилось. Как была инфа, так и осталось. А, вот здесь обновилось, без икса. А, вон оно. Блин, как... Стоп, информация 2? Вот оно, вот. О, так, волшебство. Любит пельмень. О, ёбушки. Так, Юица, что это у него там? Любит сукияки, моти и баки. Не любит черный кофе, общественные собрания. Хобби, коллекционирование сувениров баки, готовка, шитье. Особенное умение, личные обеды, разрезание цели, пианино. Лолкек. Блин, я наконец-то нашла. Тайна красной пряди. Он не красит волосы и говорит, что это яркая прядь у него с 5 лет. Окей, так, Ханаби любит клубничные тортики, короче, сладкое. Моти с сакурой, боулс со свиной котлетой и спорт. После такого неудивительно, да? Не любит кориандр, тараканов, дома с привидениями. Хобби, просмотр спортивных событий, коллекционирование свечей. Мать моя, это что, я, что ли? Особенные умения, быстрое кручение ручки, хула-хуп. Не рассказывайте ее боевым товарищам, но недавно она установила новый рекорд в ресторане со шведским столом. Это достойный подвиг, даже был увековечен памятной табличкой перед входом в заведение. Так, Цугуми. Любит травяной чай, рисовую кашу, дикую природу. Не любит мясо, толпы, разговоры ни о чем. Хобби, садоводство, чтение, выращивание и изучение растений. Особенное умение, смотри сюда! Искра чтения. What the fuck? Просто... Воспоминания детства. Бонсай, выращенный ею вместе с дедушкой, часто брал призы на выставках. Гемма. Любит пельмени, желейные орешки и купаться. Не любит танцы и интервью. Хобби. Примечание автора, он как раз в процессе поиска. Особенное умение. Сокрушение плиток.
Уборка, видимо, после этого и чистка с помощью липкой ленты. Что делает в свободное время? Ему нравится учить боевым искусствам в любимом дадзё. Иногда он заканчивает свой день глубокой медитацией. Ну, цензура. Цензура. Глубокая медитация. Шоколадных? Не-не-не, мне кажется, вполне обычных. Так, брательник мелкий этот. Любит шкурки от тофу. Что ты такое вообще? Клубнику и высоту. Не любит зеленый перец, острую еду, бег на длинные дистанции. Хобби – тяжелая атлетика. Коллекционирование моделей и чтение. Особенные умения – счет в уме. Умение оценить мускулатуру человека сквозь одежду. Его тайное желание выступить в качестве комика перед всеми. Я напоминаю, он тягает гантели, потому что он напрягается, то, что он маленький и хрупкий. Касаны. Любит готовку Наоми, подарки Наоми и зеленый чай. Не любит лезть и лающих собак. Хобби. Ходьба! Работа с глиной и деревом. Особенное умение. Запоминание фактов о Наоми. Необщительность. Особое умение. Необщительность. Тайна одинаковых заколок. Цветок сливы приносит удачу, но одновременно символизирует крепкую сестринскую любовь. Ну-ну. Так, Сиден. Любит рассыпчатый рис, скумбрию с мисо, настоящие молнии. Не любит грибы шиитаки, использовать точные механизмы тех, кто лезет не в свое дело. Хобби – фотографирование, чтение, сбор информации о септентрионах. Особое умение – способность назвать по памяти имена всех септентрионов и пение. Он их поет, видимо, эти имена. Араси. Любит колу, комнаты с кондиционерами и спать. Блин, это Йору. Не любит крабов. Примечание автора, их слишком трудно чистить. И рано вставать. Хобби. Видеоигры. Копание в механизмах. Изобретение штук в помощь ленивым. Особенное умение. Умение засыпать за 3 секунды. Быстрое нажимание кнопок в видеоиграх. Товары бестселлера. Слишком много Араси. Календарь на 2020 год. И новая Араси на каждый день. Не все осиданное прочитала, да? А что еще? А, утренний распорядок дня. Просыпается, выпивает немного горячей воды. Фу, гадость какая. Больной ублюдок. А после тратит битый час на свои волосы. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Кёка. Любит мисо рамен, креветки с чили, гадание. Не любит сырую рыбу, плохую погоду. Хобби. Готовка, уборка, коллекционирование амулетов на счастье. Особенное умение. Укладка волос, каллиграфия и йога. Каллиграфия? Не, каллиграфия же, да? Новые рецепты. Тушеный угорь с персиками и вареные яйца с шоколадом. Боже мой. Примечание автора. Мы так и не рискнули попробовать. Кагарудан. Так. Любит. Суши. Рис с карри. Парки развлечений. Не любит. Сильные запахи и молчание. Заметно, да? Хобби. Мода. Поиск мест, где можно потусить. Особенное умение. Гитара. Простые иллюстрации. Последняя одержимость. Уход за саженцами, подаренными Цукуми. Наги. А про него нет инфы дополнительной. Это что за подстава? А чё, где остальные? Алло? Я негодую. Алло, в смысле? Ну, батя-то хрен с ним, с братюней. А где остальные-то пацанчики? А чё за фигня? Недовольная я. Добро пожаловать на сервер, спасибо, что заглянули. Здесь вы можете забыть о сложностях рабочего дня и отдохнуть. А здесь реально можно отдохнуть или это на любительство опять? Не подскажете адрес этого ресторана? Похоже, никто не знает, а мой навигатор не работает. В смысле, тоже как-то пришел сюда. У меня у этого места есть большой секрет, и я раскрою его миру. Похоже, одной водой больше не отделаться. Ладно, тогда скажу кашу на газировке. Каша на газировке? The fuck? Ну хрен я тут отдохну, короче. Даже если не обязательно быть невидимым, это все равно весело. Ты к чему это сказал? Это именно тогда, когда я подошла к туалетам, он сказал это подозрительно. Ты правда хорошее место? Меню, хотя приносит не сразу, но хозяйка работает одна, поэтому тут ничего не поделать. Слушай, даже не потусить, тут даже хавку не заказать, что за беда такая? Блин, ну серьезно, они сделали кафешку, но не дали возможность заказывать хавло. Даже в Арайзе можно было хавать. В смысле, даже в принципе в Арайзе можно было хавать. Алло! Я недовольна вашим заведением!
Так, давай на хату метнемся. Ой, там еще и сюжет. А, ну это отдохнуть надо. Сейчас, подожди, я хочу плакаты посмотреть. Что-то мы час занимаемся просто какой-то фиготой. Обалдеть. И она не заканчивается, фигота-то это. Где плакаты? А, вот здесь, наверное, да? Да что-то как-то нет. А покидать-то можно хоть что-нибудь еще? Блин, почему? Где мои интерактивности? Алло, японцы! Я недовольна. Где мой интерактив? Че, по столу там? А, это поспать по столу? Постучать, да? Где плакаты? Где все? Где что вообще? Не могу поверить, что Наоми. Прости, Юит. Я понимаю, что тебе тяжелее. Это трудно, но постарайся отдохнуть, пока можешь. Подарки. Ой, сейчас мы докидаем ей. Вот если я ей дам, у нее увеличатся вот эти вот, да, дополняшечки. Очко открылось. Угу. Ну, в нее в одну вкладываться, наверное, такое себе. Давай ему накинем. Ноги положили в больницу, а Наоми? Я знаю, что твоя служба только началась, но тебе уже столько всего пришлось пережить за такой короткий промежуток времени. Так, ретро-вешалка, подожди. Давай вот это. О, варуйна. Спасибо. Так, вешалку ему надо. Группа крови у персов указана? Не, даже возраст не указан. Странно. Держи вешалку. О, варуйна. Когда твой плащ помят, это совсем не круто, так что это мне пригодится. Лолкик. Угу, похоже, могу госпитализировать. Так, не похоже, чтобы у тебя что-то было, действительно. Мы ему отпариватель подарили, но это, видимо, будет следующий подарок. Так, минуточку, снаряжение, пацан. Дупло, нет, вот это внешность, вот дупло у него открылось второе. Ой, можно было бы еще силы накидать ему. Или хэпули кинуть. Нет, давай он будет сильным. А у девахи будет немножечко хиппи. О, нифига, у нее больше хп, чем у него. Вот она самая тоненькая, конечно. Может, ей хиппи накинуть? Не, пускай будет защитка. Вот это, кстати, еще понавыпадало. Дополнение, сдерживающее истощение шкалы сокрушения. Используйте, если не хотите нанести последний удар сокрушением мозга. А, это, видимо, для чего-то надо будет, да? То есть зачем еще блокировать сокрушение мозга? Это когда ЛТшка появляется. И анимация такая особенная. Значит, это для чего-то надо будет, да? Для направления фарма в нужную сторону. Да вот что-то такое, да, очень похоже. Дополнение уменьшающее. С другой стороны, ты же можешь не нажимать ЛТ. Хотя, может быть, там убить до того, как шкала закончится. Или что-нибудь вроде того, знаешь. Подавитель атаки. Дополнение уменьшающее вдвое урон от атаки. Используется для концентрации на истощении шкалы сокрушения. При этом урон сокрушения мозга не уменьшается. Я тебя понял. Здоровье и защита плюс 10. Угу. Отлично сочетается с дополнением усиления здоровья силового поля. Да-да-да. Может, ей как раз это поставить? Хотя я бы себе оставила, честно говоря, хреновенько. С другой стороны... Так, а что еще там есть? Боевой опыт. Получаем опыту, дополнение увеличивающее. Угу. Можно себе еще вот такую поставить, чтобы вообще опыт летел, как я не знаю.
Его опыт плюс 8%, плюс те 10, которые у нас есть, или сколько у нас там? Дополнение, увеличивающее опыт вдвое. Вот у меня вот это стоит, еще вот эту сверху накинуть можно. Премия за особое задание. Дает 5% к получаемым кинам. Кому? Дополнение, увеличение кину. Кто такой? Что такое кины? Контакт с особой наградой. 5 к опыту и деньгам. Гарантия здоровья. Хорошо, хорошо. Кины — это бабло? А. Ну, это можно надевать перед сдачей задания, я думаю, да? Сделал 5000 заданий, надел вот эту хрень и сдал их. Или засчитывается только на момент выполнения. Хорошо бы на момент сдачи, иначе как-то что-то сложно. А если я ей поставлю вот эту поддержку боевого опыта, как бы, пока она со мной это будет учитываться, или это надо только на меня ставить? Давай ей поставим вот эту, что нет-то. Если что, потом выковыряем. Что бы ей поставить такого? Испытание... А, да-да-да, собрать, да, испытание надо. Ну-ка, смотри, кстати. Куда они делись все? Там же были галочки какие-то, куда они подевались? Да фак, почему, когда мы были в кафе, было все, а сейчас нету? Это то, что уже было. А где те? Юта начинает разговор с Цукуми, который смущается, извиняется за то, что не умеет говорить как следует, но это ничего вода. Арася? Подай, не поняла. А где? А где вот эти вот? Какие-то там особенные были. Или они уже автоматом засчитались, когда мы зашли на базу? Ну это же не может быть такого. Там была прям кнопка «Сдать задание», когда я нажала. Ой, идите в пень. На базу идите. Прихожу, здесь нет ничего. Другой вкладки в какую? А! Это испытания были. Ну вот смотри, 1000 монеток. Вряд ли, если я сейчас вот ту хреновинку на себя надену, мне дадут больше, чем 1000, да? Потому что это испытание даже, это даже не задание. Ладно, забираем. До 30, а так, особыми объектами, окей. Скрушение мозга 50 раз. Щек для третьего дополнения. Вы видите историю, приняв награду. Только на тайной базе. Число просмотров не ограничено. Принять... История Каренны, неизвестная. Содержит часть основных историй Юито и Касаны, включая финалы. Нет. Так, вот это не трогаем вплоть до финала, походу, да? Нифига себе, спойлер. Так, трешечку не трогаем. Не случайно, не специально. Угу. Крылья бабочки, обувь Баки, господи боже мой. Лучше к финалу. Ну, а уже очевидно. Лучше после финала, походу. Подарочные талоны. Вот они, да? Ну, мое почтение, кажется, это испытание. Надо будет потом почекать. Короче, не заходим в испытание. От греха подальше. Никогда. Давайте сделаем сохраняшку. Сейчас пойдем почекаем, что там на карте. Какие-нибудь побочки есть. Да, конечно, нифигово. Так час с лишним мы просто болтали с этими людьми. Ай, так, сейчас, минуточку. Хочу. Мидзухава — это военная вот эта тема. Давай сейчас очень быстро пробежимся по метрошке. Вот в то ответвление засунемся. いつ崩落してもおかしくないから頭上にも足元にも気を配れよ。
了解。いろんな意味で危険な場所だな。なるべく足を踏み入れたくないよ。ところがこの場所にロマンを感じてカメラ片手に侵入を試みる連中もいるらしいぜ。Так. А, я совсем забыла, что со мной все трое, даже четверо. Хоть иногда пользуйся моей способностью. Да-да-да. Ты же все равно можешь использовать их способность, просто это отображает то, кто с тобой ходит. Как-то не страшно получается. Ну и, естественно... Кто сражается вместе с тобой. Ну, здесь прям ничего такого, да? Ну-ка, а туда меня пустят? Там уже тупичок вот этот был сюжетный. Краем глаза глянем. Фига, конечно, Цугуми тоненькая по сравнению с нами. Блин, да такой блейм. Там барахлишко. Хочу барахлишко. Похоже, они новые диалоги написали с обновлениями. Может быть. Все может быть. Цугуми левел меньше, чем у нас. Ну, я ладно, но у них нет. Плюс-минус одно и то же. Не, она, видимо, просто маг. Тоненькая. Слушайте, а здесь опыт всем капает или только тем, которые с тобой ходят? По идее, всем вроде, да? Так, плюс-минус. Либо падают только тем, кто с тобой, но те, кто по сюжету к тебе приклеиваются, они как-то подкачиваются под твой левел, что ли. Короче, сложно. Непонятно. Ну, спасибо, что разрешишь. Ты можешь... подключаться к моему Сасу в любой момент. Просто. Ой, блин, я не могу. Завуалированная порнуха раз. Капает всем на всякие множители опыта действует только на того, на кого надет. Не, ну это понятно. Что-то ракую. Вот мы шаманили с вами с этой камерой, с этими целями. Потом я вроде вернула все плюс-минус к началу. К изначальным настройкам. Но так ощущение, что она не вернулась. Потому что что-то как-то иногда странно. Да? Так, ну здесь, наверное, сейчас невидимая стенка просто будет и все, да? А, нет, там же арена в конце какой-то. Что-то там есть, что-то такое. Так, вешалка была. А чё ж я этот не подарила? А? Так, дополнение. Давай-ка мы возьмем.
Программа параллелизации дополнений — это предмет, который можно подарить союзникам, чтобы открыть новые ячейки. Да я в курсе, зачем ты мне опять показываешь это. Я же уже брала вроде, не? Чё? Ещё две штучки. Окей, это другая программа. Ну, а делает же она то же самое. Так, это что такое? Нос тут не было. Пустовато. И не взаимозаменяемый. Первый не открыт, третий и так далее. Ну это понятно, у них буковки не просто так нарисованы. Щит, давай на тайную базу, что-то здесь ничего нету. Единственное, можно сейчас на главную улицу выйти, посмотреть, там есть побочки или нет. Есть. Ну это, скорее всего, вот эти, да, сходи и убей особенным образом. Не отвлекай меня, я заблудилась в этих коридорах. Что скажешь? Просто могу сражаться с иными, которые похожи на людей, особенно эти лами. Я знаю, солдату опять нельзя испытывать такие чувства, но, пожалуйста, можешь разобраться с человекоподобными иными и побыстрее. Хочу сократить их число. Допустим. Ты с ним разберешься? Спасибо. Похож на человека, но не человек. Здорово, здорово. Куда он меня послал? Угу. Блин, сделала же вроде активным, почему? Минуточку. А, еще во время ускорения мозга. Ты что, упал, что ли, вообще? Где эти ускорения мозга-то полутаю? Нет, точно надо делать за кадром. Желательно еще там, где этих ламий прям 5000 стоит. А приветливый лами — это у нас вот эта красотка. Часто встречается в кику тебе. Угу. Короче, закадровое задание. Здравствуйте. Все, пойдемте. Пойдемте. Сюжет. Тут особо не... Наград не особо нужны. Ну так же чисто, знаешь, чтобы было. Опыт тоже, знаешь, не лишним будет. Так. Слушайте, ну... Целых полтора часа мы занимались этим. Я думаю, можно эту серию чисто как бонусную жахнуть на ютубе. Потому что здесь ничего сюжетного не было, одни разговоры. И вообще как-то разделять все эти серийки с сюжетом. И с разговорами, чтобы хоть как-то, знаешь, сюжетные там капсом будут именоваться, а все прогулочные обычным шрифтом, что, в общем-то, я и так уже какое-то время назад делала. Ну вот, вот такая вот интересная серия. Но подарочки надарили, походили, поговорили, посмотрели, почитали. Окей.